Коконат Village Resort. Мы с вами приехали в Патонг. Вот здесь все очень шумно, видите. Ездит вот такая реклама. Это у нас активная городская среда. И сейчас мы открываем этот отель. Это отель именно резорт, что очень, как говорится, редкая история вот в таком городском формате. Так что сейчас пойдем посмотрим данный отель, территорию и номера. Отель свеженький, уверен, вам понравится. Напомню, меня зовут Павел Георгиев, это видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Продаю и оформляю туры онлайн по всей России с договором, чеком, все как положено. Ниже под видео будут все ссылочки на это, на WhatsApp и на мой сайт georgiev.travel. Пойдемте смотреть. Ресепшн, все чистенькое, свеженькое, новенькое. И сразу мы попадаем на территорию отеля. И здесь у нас, она действительно есть, как видите, действительно резорт такая, да, большая территория. И вот только мы заходим, прошли ресепшн, сразу становится тихо. Потому что здание мне закрывает этот шум, есть деревья, и максимально комфортно находиться на территории отеля. Не как в городских отелях, где вот просто высотки и все шумит. Джакузи, маленький бассейн, бассейн побольше и, конечно же, пул-бар. Вот здесь у нас вот так вот расположены корпуса. И сейчас в один из корпусов мы с вами зайдем в номер и посмотрим, как он устроен и какой он на самом деле. Отельчик, еще раз напомню, имеет такую вот инфраструктуру какую-то, да, потому что многие отели просто городские. Здесь у нас получается бассейн, мы с вами его посмотрели. Сейчас пойдем смотреть комнаты. И еще есть кафе, терраса, ну, соответственно, основной ресторан, где проводятся завтраки, ну, там, или ужин. Возле лобби имеется вот такое кафе. Здесь в основном кофе, вот на меню висит. Ну, можно что-то заказать по меню. Это как бы обычное дело в таких городских отелях. Ну вот смотрю, различные тайские салаты. В принципе, выпечка, завтраки, все это здесь есть. Вот. Еще вот здесь меню дублируется. Есть, кстати, рядышком магазин 7-Eleven. Терраса. Ну, просто терраса и терраса. Здесь можно отдыхать, сидеть, любоваться территорией отеля и на заднем фоне видами на гору. И у нас вот в той части, сейчас я вас туда провожу, основной ресторан. Вот он. Заходим. Здравствуйте. Видите, тоже все современно. Уютно. Кондиционер пока не включен, ну, потому что у нас завтрак уже прошел. Но кондиционеры здесь присутствуют, ну и вентиляторы тоже. Ну, свет не включен, но я думаю, нам все видно и понятно. Вот такой симпатичненький ресторанчик. Особо отмечу, что отель свежий, новый. То есть все новое, свеженькое, поэтому очень многие туристы как раз хотят жить в таком свеженьком отеле. Это вот как раз тот самый вариант. И плюс у нас Патонг, но есть вот такая своя зеленая территория, как вы видите. Еще раз отсюда я покажу, что далеко не везде встречается. Так, Grand Deluxe. Вот мы сразу зашли с вами с территории бассейна сразу в номер. Симпатичный, новый, свеженький. Вот здесь такая кушеточка, столик, рабочее место. Немножко нестандартно с вами заходим, да, с другой стороны. Здесь шкафчик. И вот здесь вот такая вот ванна. Полноценная. А здесь у нас номера Connect. Я думал, нет, слушай, думал, мы зашли с балкона. Оказывается, вход как раз с балкона и есть, друзья. Так что здесь другого входа и нет. Прикольно. Ну, зонтик, сейф, это все как бы здесь имеется. Новый, свежий, отличный отель. How many times or beach? Four minutes. Four minutes? Okay. Yep. Okay, thank you very much. Итак, ну что, друзья, пришло время резюме. До пляжа здесь у нас, сразу скажу, что здесь совсем недалеко. Вот человек говорит, 4 минутки всего бежать нам до пляжа. Территория отеля интересная, очень многие выделяют, всем нравится. Самое главное, что свежий, новенький отельчик. Это очень важный момент, и здесь есть своя территория, бассейн, в принципе, есть где прогуляться. Самое главное, что здесь не шумно, потому что в городском отеле, вы сами поняли, когда мы живем, у нас вокруг машины ездит шум, гам, пиканье и все остальное. Здесь очень комфортно находиться. При этом вы вышли и находитесь сразу во всей движухе. Ну и до моря здесь рядышком, как говорил, пройти. Цены на данный отель вы знаете, где посмотреть. Ниже под видео есть ссылка на мой сайт georgiev.travel. Также есть мой прямой WhatsApp, где вы можете написать, задать свой любой вопрос. Мы вас проконсультируем, отвечу либо я, либо мои помощники. Так что смотрите дальше следующие выпуски. Обращайтесь. С вами был Павел Георгиев, видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Travel. Пока.